Здравствуйте, девочки, передо мной новая футбольная команда «Мытище». Добрый день. Девчонки, здравствуйте. Кто будет говорить? Привет. Приветствую вас всех. Очень приятно. Как? Половина команды, выходцы из команды «Алекс Тим». Но мы так поняли, что у нас основной состав из города Мытищи. И, скорее всего, в следующем сезоне мы будем заявлены как команда под, именно под названием «Город Мытищи». Ну да, Мытищи. Я по-прежнему также остаюсь капитаном Мария Розина. По-прежнему зам. Это выходцы из «Алекс Тим». Вот теперь мы скорее будем переименовываться на следующий сезон. А Мытищи будет за вас болеть? А вот будет поддержка мытищинских пацанов там? Конечно. У нас огромные уже. Поклонники этого... есть у вас там? Конечно. Да. У каждой девочки по несколько поклонников. А можно вас такой вопрос спросить? Да. У вас вот написано «нет наркотикам», да? Это специально вы догадились или только какой-то... Ну, конечно, именно для того, чтобы набрать болельщиков, мы сейчас устроили такую акцию, да, в поддержку движения против наркотиков, потому что в современном мире люди сейчас имеют тенденцию закрывать на это глаза, и мы своими действиями хотим действительно обратить внимание людей на то, что проблема до сих пор есть, она существует, а мы все хотим здоровое поколение молодых, юных футболистов и просто ребят, поэтому... Мы поддерживаем здоровый образ жизни. Мы хотим собрать вокруг себя именно тот фан-клуб, который разделяет наши интересы и наши отношения к жизни, и то, что мы против наркотиков. Супер. И вот такой вопрос. А есть у вас какой-нибудь девиз? Конечно. Девчонки, давайте. Раз, два, три. Мы красотки, нас тыщи, мы из города, мы тищи. Спасибо большое вам. Удачи в новом году. Спасибо.